По окончании первой недели Великого Пасхального поста, может быть, самый непростой, в город приехал вновь назначенный владыка Каменско-Алапаевской епархии Мефодий. Цель его визита – знакомство со священниками и прихожанами. Владыка Мефодий провел службу в храме Святого Богоявления в районе Гортопа. Он пожелал всем присутствующим благодати и любви, мира и миролюбия. Великий пост, напомнил владыка, очищает душу и тело всех, кто живет праведно, творит добрые дела на радость ближних и тех, кто нуждается в помощи. На службу с участием владыки Каменско-Алапаевской епархии собрались настоятели других храмов городского округа.